казанского клуба. Первая атака остается за Униксом. Нена Дмитриевич, недолго думая, тут же получаете. А вот, собственно, и Джеремай Мартин отвечает своим проходом в очередной раз. Дмитриевич в ответ. Два очка. И за Найтом успел. 2,5 секунды остается на атаку. Найт снова под сирену. Маркус Найт! Шутеров, что если у тебя не пошел бросок с дистанции, попробуй другое. Попробуй защиту, попробуй пройти. Идет с контактом. И перехват совершает Уникс. Исмаэль Баку здесь потрудился. Маркус Найт проходит под кольцо лидера красноярского клуба. И Ратон Мейс набирает уже 8. Дмитриевич с той же стороны. Конечно, большие сейчас ожидания от американского легионера из Енисея после победы в конкурсе. Скажу обязательно чуть позже. Пора бросать. 2 секунды остается. Дмитриевич под сирену. Уговаривает все. Мартин 6 очков набрал. Все его очки были в первой четверти. Скидка на лабиринт Дмитриевича проходит через Баку. Также не точно, как и свой коллега по команде. Маркус Найт. Еще одна передача. Средний бросок. Найт 16. Все-таки с учетом исполнителей, которые могут проходить под кольцо, могут собирать на себе и Микел Хопкинс. 6 у Джеремая Мартина. Скидка на Найта. Это уже был заряженный бросок.